Очень получились смачные бублики. Выпекались они 15 минут в духовке при температуре 180 градусов. 5 минут я их держу при закрытой духовке. А давайте посмотрим, какие они мягкие, друзья. Вот такие они мягкие, с хрустящей сливочной корочкой. Очень ароматные. И посмотрите, какие пропеченные внутри. Вот вкуснятина такая, что я, честно говоря, не могу оторваться. Такой еды, а такой выпечки. Вот так вот внутри. Везде у нас мак. Вкус детства, да? Ой, вкус детства. Вкус детства. Вот здесь вот корочка, мякиш, прям все как надо. Пушистое все. Пушистые внутри, а сверху хрустящая такая сливочная корочка. Очень вкусно, очень. Смотрим видео и готовим с нами. В теплое молоко высыпаю сухие быстродействующие дрожжи, сахар, 1 столовую ложку муки, возьму с горкой, перемешаю, отдам время нашим дрожжам активироваться, минут 15-20, а мак заливаю варом, кипятком, чтобы полностью был закрыт, и еще сверху, чтобы вода примерно присутствовала сантиметра на 2-3, чтобы он у нас как следует набух. И выделились излишние масла. Накрою крышечкой и дам ему полностью остыть. В миску разбиваю яйцо, соль, сливочное масло, немного взбиваю. Беру сито и промываю мак под проточной водой. Добавлю 1 столовую ложку с горкой. Сюда же дрожжевую основу. Посмотрите, как она у нас хорошо приподнялась. Выливаю. Перемешиваю. Муку добавлю в разрыхлитель. И частями просею в жидкую основу. Замешиваю тесто, собираю его. Посмотрите, какое у нас получилось тесто. Оно такое подлипающее. А мы должны его сейчас вымесить до такого состояния, чтобы оно у нас не прилипало к столу. Минут 5-7 потрудиться. Если сильно липнет, то немного можно муки добавить. Тесто готово. Красотулечка наша, мягенькая, красивая, с маком. Не прилипает ни к рукам, ни к столу. Отличное. Хорошо мы его вымесили. Смазываю небольшим количеством растительного масла, а так, чтобы у нас не образовывалась корочка. И на расстоечку его. Минут на 50. Салфеткой накрываю. В теплое место. Тесто у нас хорошо поднялось. Великолепно. Выкладываю его на стол. И как следует обминаю. Делю на равные части, вот такие колобки. Беру колобочек, делаю из него лепешечку, а по центру пальцем определяю дырку и формирую бублик. Вот таким способом. Растягиваю, так, чтобы равномерно получилось. Выкладываю на расстойку на противень. А когда я сформировала бублики, я их все поправила, чтобы они у нас были красивые. А поставила на расстойку. На расстойке они у нас простояли 20 минут. И сейчас я должна каждый бублик буду опустить в горячую воду. Я взяла шумовочку, аккуратненько выкладываю на нее бублик таким способом. И опускаю в кипящую воду на 15 секунд. Опускаю и считаю просто вслух до 15. Раз, два. Сосчитали до 15, переворачиваем на обратную сторону, аккуратно с кипятком. И считаем еще разок. Раз, два.
выкладываю, промокаю обязательно салфеточкой и выкладываю на противень. Опа! Вот такая красота у нас получается. Значительно увеличились размеры. Духовка у нас уже прогрета до 180 градусов. Смазываю взбитым яйцом красотулечки наши и посыпаю маком. Любишь баранки? Подписывайся на наш канал. На нем столько выпечки. Понравился рецепт? Поднимай палец вверх и делись видео в соцсетях. Приятного чаепития, друзья!